Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, снимал я видео по одну посылку, вот, но оно мне удалилось, поэтому снимаю заново. Вот, оно у меня из двух частей было, вторая часть нормально сохранилась, первая нет, поэтому первую сейчас вот переснимаю. Значит, смотрите, вот у меня блок питания есть фирмы Mainville, вот, 24-вольтовый, да, мощный очень блок питания, под генрейку, вот. Все хорошее, то есть у него подключается сюда 0 сюда фаза, да, и плюс-минус выход. То есть у него есть по два выхода плюса, по два выхода минуса. Вот, все хорошо, хороший блок питания, но минус в чем? То есть большинство бытовых светодиодных лент, там, для чего обычно он заказывается, да, они 12-вольтовые. Вот, а это 24, следовательно, много. Вот я решил не доказывать же новый 24-вольтовый блок питания, решил покумекать, что же можно сделать. Вот, и заказал на такой вот, как бы это DC-DC переходник, да, на вот, 12 вольт. Но он не совсем на 12 вольт, то есть у него вот он регулируется. Давайте я его покажу поближе. То есть у него вот есть подстроечный резистор, вот, которым регулируется напряжение. Минимальное может быть 1,5 вольта. Вот, максимальное 30 вольт. То есть сюда вот подключается IN. Видите, написано. Сюда подключается напряжение из блока питания, да? Вот, а сюда, а тут выход, а вот минус-плюс. Вот, следовательно, тут уже на выходе что будем иметь. Вот. Ну, смотрите, сейчас я его соберу в паре с блоком питания, вот, ну и покажу, как, собственно, он работает. Все, сейчас соберу. Так, ну, вроде бы подключил, что-то я не подготовился, вот, не стал провода напаивать, просто их вставил, вот. Значит, ну, давайте еще раз, зачем я его заказал. Блок питания 24-вольтовый, да, мне все-таки хотелось бы, чтобы 12 вольт было, вот. И чем хороший именно этот, у него еще он может, ну, как бы по характеристикам, да, он до 1,5 вольта может снижать. То есть сюда от 1,5 до 30 можно им регулировать подстроечным резистором, то есть, следовательно, мне нужно, ну, там, вот я для чего заказал, да, я же говорю еще раз, будет курс, как бы, по Arduino, и, следовательно, чтобы его подключать, такой блок питания очень удобный, да, то есть, по USB подключить, сюда вставили, USB сколько там, 5 вольт, да, нам нужно 3,5, допустим, мы легко подстроечным резистором все это выставим, вот, ну, все, собственно, для этого и нужно. Ну, давайте попробуем. Вот, надеюсь, ничего не полохнет. Сейчас, секунду. Все мы включили. Как бы все вроде должно пойти. И, следовательно, выставляем. Ну, давайте 20 вольт. То есть, следовательно, видите, сейчас 11,5, да? Берем встроечный резистор. Поворачиваем вправо, да? Видите, напряжение растет, да? То есть мы можем, в принципе, четко долей до 12, да, довести. Вот. Допустим, хоп, вот 12, ну, много, ну, вот говорю, вот таким вот образом. Просто он очень сильно реагирует, по чуть-чуть вот вроде кручу, да, но он, вот, видите, сбивается. Вот, вот таким образом мы можем 12 вольт достать, да, ну, давайте самое минимальное посмотрим, сколько. Так, 10 вольт, 9 вольт. 8 вольт, 7 вольт, 7,5, 6,5, 6 ровно, 5,5, 4, 3, 2, гляньте, как замечательно регулировать можно, да? 1. Так, все. То есть до 1,3, до 1,26.
Ну что, очень хорошая штука, я вам скажу, да? Представьте, с 24 до 1,2 вольта можно его сбросить. Вот, и стоит сущие копейки. Поэтому, если хотите со мной дальше как бы с Ардуино разбираться, да, это очень нужная вещь. Стоит реально она меньше 100 рублей, следовательно, вот, по ссылке. К покупке посылку рекомендую. Вот так скажем, товар. Вот. Ну что, кому понравилось, просто, ну видите, конечно, понравилось, наверное, мало кому. Все-таки не подготовился я. Думал, у него отверстия будут побольше, другие провода взял. Вот. Ну, вот. Следующих видео буду стараться это предугадывать. Вот. Ну что, подписывайтесь на канал. Далее будет интересно. Вот. Все, всего доброго, всем пока.